Привет, народ. Приехали в магазин моей жене выбирать кроссовки специальные. Она ходит целый день. Вот, и у нее ноги побаливают. Ей надо что-нибудь какие-то особые купить. Что-нибудь, обувь какую-нибудь, чтобы она ходила. Вот такой шикарнейший магазин. Вот. Сейчас ездим, глянем. Мы посмотрели, ресерч такой небольшой, там сказали, шукарневал продают, не сильно дорогие. Пойдем глянем, что здесь такое есть. Ну как? Привет. Привет. А я смотрю, тут хорошие цены. $15. Так, мне за сникерс надо прийти. Это сланцы такие. Да, хорошие. Такие бренды Nike, там сказали, что нужно Motion Control, называется Motion Control шузы. Ну, нет, он не говорит, да? Говорит, онлайн. Ну да, они. Вот, это Motion Control, видишь, они не сгинаются. Не сгинаются. Running и... shoes, ага. Running, да? Для бега, для да, ходьбы. Да, это Motion Control, это когда ты не можешь вот их согнуть, вот ну, это. Да. Видишь, оно арч есть. Ага. И не сгинается, да? Да. Ну вот они, выбирай себе. $80, $75, 70. Это Nike. Надо смотреть и Adidas, наверное, и Nike ходить, ну, смотреть, да. Какие. Да, это все вот ранние чулки. Все для бега, да? Угу. Ну, это нет. Вот еще Nike. Такие. По 90, по $85. Это как кеды какие-то. Проблема всей обуви сейчас плоская подошва. Вот. Моей жены плоскостопие. У нее плоская нога, ей нужен с подъемом. Здесь у нас Adidas, тоже такие обычные плоская подошва, ноги в них болят очень быстро. Раньше были с хорошей подошвой, грифленые. Они, конечно, легкие, дизайн красивый, все, ну, $50 по сейлу. Ну как? Ты знаешь, пока кроме Nike я ничего не нашел, вот тех, что мы смотрели. Да? Угу. Все остальное такие, да, обычные. Nike, вот для 70, да. 60. Даже Adidas там выбор небольшой, нет, там да. Puma, такое все обычное. А вот с такой подошвой, с хорошей, которая хорошо так не гнется, ничего это. Пока только Nike. Там сейчас посмотрим еще. Skechers есть, North Balance. Эти еще как их. Under Armour там тоже есть. Так, что у нас здесь? Sale. Adidas продолжается. Обычная легкая обувь. Adidas плавно переходит в Puma. Две конкурирующие фирмы. Кто не знает, это два брадера Adidaslera. Организовали, разошлись. Один организовал Adidas, второй Puma. Давно, лет 60 еще назад. Тоже $60. Puma. Так, это все женское, я вам скажу. Это все мы сейчас на женском отделе, потому что мы Оксане смотрим обувь. Это простые, легенькие, они такие. Это Under Armour, да? О, это хорошая. Under Armour, да, хорошая? Это Азис. У меня раньше были такие, it's nice. Хорошие?
Тугие, да? Видишь, крепкие. Какие? Ну что, хорошо. Почем они? 60, да? 60. Угу. Ну, это те больше, да, эти. Это не очень. Это гнется. Я вот такая, чтобы подошла, была хорошая. Сейчас я померяю. Давай. Всем. Хорошие ваши сейчас. Как в принципе, тебе? Хорошо. Надо можно. Еще, надо еще посмотреть. Можно, ага. Да. Сейчас я еще посмотрю. А ты Nike не мерила, надо еще Nike, да, пойти надо померить. Пойти. Вот это, я знаю, у вас здесь хорошие. У меня были, они хорошие были у меня. Что еще тут? Они есть тут, что написано. Да ничего. Пошли смотреть дальше. Скизми, скизми, скизми. Это обычное. А ну вот это что это? No. Не, да? Бестселлерс это. Не по сейлу? Это я, наверное, видела на этом. Вчера на онлайн. Класс, красивые такие кроссовки, яркие, классные. Восьмой размер. Твердая подошва. Не очень, наверное. Да не, не очень. Те тверже. Оно вот там стояло? А, это разные размеры. Восьмой, это седьмой размер. Вот я видела, да, онлайн, Nike Air Max. О, это, да. А, ну, размер твой или нет? Это седьмой. Это значит, на Nike нужно смотреть. А может, у них есть стаки? Нужно спросить. Вот эти вот я онлайн видела. Да? Угу. Нет, бестселлер. Вот а по чем они? 75. Там тоже были. Там 75 тоже. Седьмой, седьмой, а то шестой, да, еще у меньше. Это 8 или 8 с половиной. Вот это Nice. А есть в этом? В отделе, в отделе, в Найковском они. Надо пойти посмотреть. Слышь, она говорит, это что они сюда поставили? Нет у них. Они говорят, онлайн могут заказать их. Да? Да, и домой пришлют, если да? хочешь. А, хочу. Вот. Если других не хочешь. Если хочешь вот именно эти, видела. Хочешь. Это было там стояли. Не говори, какие хорошие. Да? Это кожа. Ну, они могут говорить онлайн и домой, говорит, пришлют их. Хочешь, да? Давай купим. Или те Nike, что ты видела? Или нет? Филы сколько? Фила недорогая. По 30 долларов, по 40. Фила, она и везде. Хорошая. У меня, кстати, на мне он тоже фила. Угу. Неубиваемые кроссовки. Хорошо. Ношу уже сколько уже их, наверное, третий, четвертый год. Неубиваемые какие-то. Ага, красивые такие кроссовочки, угу. Такие классные. Очень яркие красивые, такие. Да? Ага. Хорошие. Ну, не то. Ну что, пошли хоть посмотришь еще, хочешь, давай. А потом, если я шо... возьму, если шо, ко мне такие захожу. Девятый, это, да? Написано, они говорят, черт, это эти бестселлеры, то есть лучшие по продажам. Их быстро это разбирают их. Это все, что говорит, у них эти тип этих кроссовок, они говорят, здесь. Что? Ну, надо тебе те брать. Я думаю, вот эти, да. Жесткие. Ну, раз сказали жесткие, значит, бери жесткие. Вот эти вот были на этом. Угу. Ну, они онлайн тоже одинаковая цена, хорошо? Да, но везде были одинаковая цена.
А ну-ка, что там у тебя? Найс. Удобные, да? Ой, очень удобные. Ну, это как бы поначалу удобные, но тебе нужно 8 часов ходить в кроссовках в этих. Max Motion 2. Раньше были кожаные, они не гнулись подошвы. А сейчас как тапочки, блин, делают такие кроссовки в основном. В них нога очень не суппорт. Но это ж ты только что их мерила. Ну, да. Ты ж только что их мерила. Ля. Маленькие, да, чекерс? Десятый, одиннадцатый, ну, боже. Ну ты хочешь купить эти черные или заказать те? Я не знаю, как мне купить. Ну подошва здесь больше гнется, чем на этих, на тех вот, на черных, на красных этих. Ну да. Говорю, тут более, да, тут можно более. Можно взять, заказать вот эти. Ну заказал, в принципе, какая разница. Закажем эти. Просто хотелось бы их попробовать. Ну эти хорошие, рублены. Это вообще не гнется, Паша, это like, nice. Давай вот эти. Окей. Вот это очень удобно. Ну? Это ногу так обнимаю. Ага. Так, пойдем на мужское дело глянем. Вот мужские Nike. Тоже 70, 90, 80. Есть сейлы по 64. Ну, цики. $65. Yeah. Вот обувь для охоты, для работы. Самые разные. Самый разный, настоящий шоу карнивал. Так, здесь у нас фила. Ну, фила не очень дорогие. $40, 50. Это Скетчерс, да? Скетчерс тут делает. Что тут делает Скетчерс? Симпортная фила. Вау. $64 Скетчерс. Легкие, хорошие. И кожаные, и тряпчаные есть, и смесь. Тряпочки под низом, кожа, кожа вверху, тряпочка внизу. Самые разные. Хорошие филы. Фирма хорошая. Качественные очень. Вся качественная обувь продается. Nike. Разных, самых разных стилей. $75. Nike такие, как ботинки. $75. Так, здесь Adidas мужской. Adidas. Мы не говорим Adidas. Adidas, говорят по-русски. Вообще-то правильно произносить Adidas. Англоязычные произносят Adidas. О, какие. Вау. Коцики. $80. Кому нравится красный цвет. $65, $80. Разброс цен большой. Разброс цен большой. Under Armour. $65 Under Armour. Этот Adidas $80. Under Armour. $60. И напротив Пума, как всегда. $80 Пума.
Тоже красная, как Adidas, красная пума. Вау. Легкая, вообще легкая, как пушинка. Puma NC2. Puma. Да, дизайнов какие хочешь. $70, $60. A brand new digital wheel. All you have to do is text wheel to 727-375 to receive the link and spin. See the sign throughout the aisles for additional information or come see us at the mic stand. Классные Nike, красивые. $90. Продолжаем смотреть Nike, красивые. $70 Nike, легкие. Легенькие, на ногах не чувствуешь даже вообще. Какие красавчики. Здесь тоже Nike Air Max такой. Вау. Класс. $90. Это 85. Красивый дизайн. И размеры какие хочешь. От самых маленьких до довольно-таки больших. Вот 13 размер. Такие здоровые такие. 14 есть, 15 есть. Ужас. Здесь уже нанбуш, такие вот дакерс, такие довольно-таки плотные, легкие, тоже хорошая обувь. $39-40. Дакерс, а Дирс, Тагс, извиняюсь, тоже такие туфли под джинсы хорошо. Ноги 1921. $40, хорошие. Классно. Полтинник $50, такие стоят.
такая более летняя обувь. Skechers. Очень легкие. 84. Вот Levi's есть. Как вы говорите, Levi's. Levi's. Levi's делают не только джинсы, но и обувь. Такие Levi's. $30. Левайсы какие. Покупаете джинсы и покупаете такие шузики себе под эти джинсы. Краксы. Кракс. Кракс Санта-Крус. $55. Скетчерсы. Легкие тапочки. Вот. Ну тут тоже смесь и Nike, и Puma. Puma такая, видите? Обувь такая, что у них даже носок стальной. Здесь это для работы. В разных шапах. Там кто в гаражах работает, на заводах. В Америке многие заводы говорят, чтобы брали обувь специальную. Steel toe называется. Вот здесь железная, стальная, стальной носок. Чтоб если что-то упадет, пальцы не раздавило. Вот. Timberland 109. 130. Timberland вот такие. Было 160. У них сейчас сейл. Columbia 70. Такие Columbia. Ну их можно и так носить, не только на работу рабочие. Видите, вы можете выбрать на любой сезон. Тоже Columbia. Здесь Columbia $85. Columbia Merrell. Вот waterproof написано, водонепроницаемые тоже, видите, можно брать. Вот охотникам $70 такие полусапожки. Они их не промокают, теплые, вот такие. $80. Видите? Охотникам охотиться. Какая подошва. Какие протекторы какие. Капец. Merrell тоже здесь. Такие Merrell. Это детский отдел. Здесь детям, подросткам. Ну это еще крупный, это здесь большой идет. Тоже вот такой Columbia $85. Такие вот. Хорошо это носить в России, в Украине, где люди в основном ходят пешком. Мы-то тут ездим на машинах. Нам, в принципе, слишком такую обувь и не надо. Это если кто время проведет, будет проводить на улице, там как охота или что-то еще. Поход куда-нибудь пойти, то еще да. А так, на повседневность мы в кроссовках одели кроссовки и поперли. Поехали в машине. В машину. Skechers тоже, видите какие. Да, настоящий карнавал обуви, как переводится этот магазин, шу карнавал. А вот какой Каролина, ух, какие тяжелые, смотрите. Build написано, видите, build for work, сделан для работы, это рабочая шуза. Вот такие вот американские валенки,
Американский валенок Берпо. Медвежья лапа. Пума. В этом отделе написано best sellers, то есть то, что продается, что более популярно. Видите, написано best sellers, что покупается больше всего, разбирается. Вот клиренс есть даже по 14 долларов, такие вот детские 14, адидасы вот такие детские 30. Вау. Красивые. Вот такие. Вообще классные. Вау. Супер. Классная расцветка. Детский. 25 долларов. Вот сейл. 25 баксов. А? Пожалуйста. Там, где есть по 90, там есть и по 25. Можно купить. Так что не все оно так уж и плохо. Вот вообще 10 долларов цена. Вот эти туфли. Такие вот. Эти 50. Вот такие адидасы. Блин, они легкие. Легкие, как, я не знаю, вообще без веса. Такое ощущение, что ничего в руке нет. 50 долларов. $20 такие. Шлепки, шлепанцы. А вот супер маленькие. А какие? Найки. Твари. 30. Вот такие. Чтобы вы поняли, какой-то размер. Какие такие маленькие. А вот такие красивые найчики. Вот они. Какие маленькие. Маленькие. На 2 годика, может, на годик ребенку. Такие девочки красивые. Все детям, подросткам обувь можно купить, сумки, рюкзачки, эти, все это kids, эти Skechers kids. Тоже Puma, Nike. Почем они? 35 долларов. Черные Nike. Пума почем? Пума тоже 35, видите? Цена. Здесь 35 долларов. Детские кеды. 30 долларов. Вот такие для девочек по 15. Для малышни. Для малых. О. С такой бабочкой. Цветочком, вернее. Вот. Николодиум. 35. Наверное. Они горят, ага. О. Ну, малышне Nike тоже.
самые разные. $45, $43. Такие сапожки Макалу 35. И здесь клиренс. Тут все по сейлу, на распродажу. $25, $10. Вот смотрите, видите, клиренс написано. Написано клиренс. $10. Вот такие вот. $10. Видите? Ну вот. Кстати, это, наверное, не клиренс. Написано $160. Вот. Но это, ну, кто его знает. Может быть, на кассе выдаст. А так, $40, $35. Вот 40. Видите? Это детский клиренс, детская распродажа. Здесь дешевле продают. Все. Нужно ходить, рыться, выбирать, кому что нравится. Все виды обуви, сандали разные, женские, мужские. И туфли. Вот, пожалуйста, есть. Можно и туфлю прям посмотреть. Тоже они почем? $10. $10 туфли. Нормально, цена, хорошая цена. Тоже 15. Вот 15 такие. Такие 20. Вот. Такие вот. Ну, в общем, на вкус и цвет товарищей нет. Да вот по 30 такие. Изи, Изи Стрит. Красиво. Эти по 30. Вот. $65 сапоги. Сапоги 65. Вот такие женские. Эти, вот. Вот. Хорошие сапоги. Девятый размер. Широкий. Написано 9М. Вот. Хороший размер. Ну что, возвращаемся к тебе. Что, ты нашел себе что-нибудь? Ну, я мне пока ничего не надо, у меня все есть. Конечно, тут найдешь. Тут слепую можно брать. Ну, любые, да, все хорошо. Классные, хорошие обувь. Классные все. Красивые есть, я посмотрел, классные. А где еще один? Ты что, запала на эти? Ты ходила, ничего не заказывала на эти? Все, пошли. Да? Ну, эти же не так сильно, как те. Подошва тут вот больше, мягче. Не вяло. Ну, если что, их можно возвратить. Тут. Окей, пошли. Все. Там по сейлу очень много. Нет, слушай. Ну, очень хорошие. Цены, в принципе, нормальные, Паш. Нормальные цены здесь. Я говорю, там по сейлу. По $10 где? Есть. Ну, вот это все сейл. Вот это все сейлы. Тут и туфли, тут и сапоги, тут и... Тут что только нету. Вот, смотри, вон, резиновые сапоги. Ага. Пожалуйста. Я хочу. Вот, резиновые сапоги. Вот такие резиновые сапоги. По $35. Вот туфли вот по 20, по 15. Угу. Вот 30. Сандали всякие, там босоножки. 15 всего лишь. Угу.
10,5. Зимние какие, смотри, какие. 45. 45 растоптаны, да? 45 растоптаны. Вот, видишь, сюда. Да, удобные. Кстати, да, смотри, они с подъемом здесь. Да. Смотри. Хочешь померить такие? Ну, браун только. Ну, так какая разница? Вот черные есть. Ну, черные такие есть. Восьмой, посмотри. Ну, как тебе? Слушай, хорошие туфли. Хорошие, ты знаешь. Хорошие туфли. Для и резиновая. Подъемчик. Угу. Я возьму, наверное, эти не купишь. Нет, не куплю, хватит. Купишь. Обойдешься. Ты купила себе уже. Да. Вот недавно ты купила себе уже. Босоножки, а это они будут. Ага, конечно. Ух ты, хитрая. 15. Зря тебе показал этот отдел. Ты померяй эти черные. 7. Не мама его размера. Ну, коричневый может быть. Есть, нет? 7,5. 7,5. 7. А, вот 8. А, 8 есть. Вот возле. Вот они, внизу 8. 8 есть. Ну, тебе 8,5 надо. Че, вот эти с джинсами хорошо носить. Это... Больше размер на половинку надо. Ну да, тебе надо больше, это 8 маленький. Но они мягкие, да? Хорошие. Сапоги надо тебе? Вот я уже смотрел, показывал. Вот на какие сапоги. На улице. Каблук мне такой не нравится. Переборчивая ты, подруга. Жалко, конечно, у них просто размер. Какой здесь стоит, такой и есть. Просто его не пустили. Если своего не подберешь, значит нету. Хотя магазин неплохой, я скажу. Ну да, по сравнению с другими. Для балета и в нёрсинг есть щузы, и что хочешь, можно заказать. Да, ну да, в принципе, да. Устилки. Устилки. Носки. Можно вот для. А тут написано. А, диабетик, да. Для диабетика. Вот. Диабетик для ног. Большие ноги у диабетика. Вот это вот растягивается. Оно в растении. Вот так вот его. Получается, что оно растягивается. Вот насколько. Обычные носки так не растягиваются, да? Белые, черные. Зимние. Сколько их тут самых разных. А это что такое длинное? Гольфы какие-то? Это на бутс одевать. Под эти. Под, под сапоги? Под сапоги, ага. Тут тоже самые разные носки. 6 пар. Сколько такие стоят? Блин, горелый, не вывернешь руку. $20. 20. Берешь, одни берешь, вторые в полцены. $20 берешь, вторые за 10 тебе продают. Что здесь? Самых разных тоже. Adidas, Nike. Скупились. Все.
Пойдем. Молос хочешь? Нет, не, что там делать, да, в том улице? Ну, поехали. Не хочу. Тут уже жара, уже на печь хочется. Все. И хочется помидор с поля собрать. Фух, маска задолбала. И фух, и на пляж поедем купаться.